Мой Барнюшечка вкусняшечку кушает. Мама дала ему мяско такое с баночки. Завтрак это у нас, да? Вкусно? Вкусно, вкусно ешь. Такой завтрак. Ой, как вкусно. Да, с новой чашечки, да? Так вкусненько прям. А, это ж надо же. Ой, чашек тут куча целая стоит. Все съел. Молодец, молодец. Много тоже нельзя? Понемножечку, да. Ой, подлизывай тарелочку, да. Очень было вкусненько, да. Очень было вкусненько, да. Да, все, крошечки подлизал. Может, еще дать ему? Сейчас покажу, что я ему дала. Вот такую дала. Это вкусное. С курицей, с индюшкой. Лихт, такое легкое питание. Да, Барсик, сейчас и вас буду кормить. Ему еще дала. Вот полбанки он, считай, съел. С удовольствием кушает. Барсик, перестань кричать. Барнюшенька кушает. Давай, все, что все скушал. Молодец, молодец. Она вкусная, да, видать, вкусная, да. Ну, конечно, и недешево стоит. Что вкусное, то и дорого. Я так убедилась уже. Дешевое они не хотят кушать. Они такое. И крошечки подбирай, давай. Ой, как вкусно, как ему понравилось. Да, как же ему понравилось. Конечно, конечно. Тут большой процент мяска. Конечно. Давай вылизывай, крошечки подбирай. Молодец, молодец. Потом водички попьешь. Вот, молодец. Тетя хороший мальчик такой. Такой хороший мальчик. Вот, крошечки подбирает. Молодец. Так, а что-то печенку, не печенку, а эту, как ее. А, он ее сюда принес. Этот, как ее, легкая. Ну, вот оно. Ну, в принципе, он тоже ест. Но он что-то ее принес. Ну, будет грызть помаленечку. Оно такое сухое, легкое. Я думаю, собачки это любят. Мы ему, правда, это первый раз купили. Попробовать. Ну, в принципе, он жует. Вот сейчас это покушал. Ну, молодец, молодец. Все, давай, жуй. Жуй. Ребята, добрый день. Сегодня я ужин буду готовить. Я баклажанчики взяла. Вот так их порезала. Где-то сантиметр. Вот таких у меня три баклажана. Не знаю, я все использую, нет. Но вот один такой толстенький, пузатенький, я порезала. Помидорки мне надо, сыр. Вот такой беру. Можно любой сыр. Кетчуп такой вот. Помидорочки, я сказала. Баклажанчик беру и вот так вот разрезаю немножечко его. Тут у меня чистая плата. Так вот режем. Чтобы он такой был. Чтобы он пропиталась в него та масса, которую сверху я хочу положить, да? Так вот. Посолить каждый. Так вот. С одной стороны, не обязательно с двух. И поперчить. Я, наверное, еще дорежу, этого мало будет. Но это будет вкусно, вкусно. Давно как-то это я не делала, но решила сделать. Дальше берем помидорки, нам надо их мелко порезать. Так, томатки вот так надо порезать. Я вот эти тоже еще порежу. Потом смешать с кетчупом, с любым можно. Посолить тоже, поперчить, чесночку можно немножечко добавить. Ну, я сделаю это. Ну и потом положить на баклажанчики сверху. Я дальше буду показывать и с сыром. И сверху сыр, то есть. Так, ну что, порезала я чесночок. Сейчас это все перемешаем. Берем немножечко. Да. Вот я добавлю сюда немножечко кетчупа. Вот так вот. Для вкуса. Все, я думаю, наверное, ну все, хватит. Вот. Перчика немножко. Хотя там перчик есть, но все равно добавлю. Чтобы так остренько было. Немножечко сольки. Это будет очень вкусно. Я как-то давно так делала. А по-разному делаю. Знаете, разные у меня рецепты есть с баклажанами. Каждый раз по-разному. Перемешаю. Соуса, я думаю, хватит. Не надо, чтобы сильно жидко было тоже. Чтобы помидоры сок дадут.
с чесночком, это будет вкусно. Потом сверху у нас сыр, когда уже запекется, да, укропчика немножко. Все выложила сюда на противень. И сейчас я положу томатки сюда, на каждую. И даже если что-то выбежит, ничего страшного, да. Так, сейчас я на каждую штучку такую вот выкладываю томаточки. Много не обязательно, так немножко. Ну, чтобы немножко покрыть. Надо потихонечку, равномерненько. Даже если выбежит, ничего страшного. Вот так вот. В общем, так вот все я сейчас сделаю, потом сверху с сыром. Все полила, даже если где-то выбежит, я уже говорила, это ничего страшного. Сейчас сыром сверху сделаю, и прекрасно будет. Сырочком, и теперь можно в духовку ставить. Духовку преждевременно нужно нагреть, чтобы она тепленькая была. Я поставила запекаться на 180 градусов, и минут где-то, ну я не знаю, может быть 25-30, может меньше. Надо посматривать, как оно сверху, знаете, ну примерно так. Ребятки, вот такая красота у меня получилась. Смотрите, вкуснота, красота. Еще листочки лежат, я еще в листочке лежат, потом вытащу, пускай пока. И немножечко надо, знаете, как остыть. Крупчика посыпала, очень вкусно будет. Такие вкусняшечки. Такое блюдо у меня получилось. Вот такие баклажанчики. Очень вкусные. Еще не пробовала. Сейчас попробую. Как они, вкусные? Нет. Я думаю, вкусные. Меня сейчас разрезала. Пробую. Такая вкуснота. Действительно, очень вкусно. Просто они еще не остыли. Надо, чтобы они остыли. И тогда пробовать. Смотрите. Вкусный, вкусный чесночок. Здесь все всего хватает. Девочки. Мальчики, это что-то. Попробуйте сделать. Но можно по-разному делать. Я вот так сделала. Я каждый раз по-разному делаю. Рецептов очень много с баклажанчиками. Но это очень вкусно. Очень вкусно. Когда оно остынет, они больше схватятся, да? Не будут так распадаться. Просто он еще такой горяченький. Вкуснота. Очень вкусно. Все в меру, знаете. Чесночка и соли. Все вкусно. Потом эти съем, остынут. Очень вкусно. Вот так с укропчиком. Девочки, делайте, делайте. Очень вкусно. Я прям советую вам. Прям советую, действительно. Обалденно вкусно. Очень съедобно. Очень, очень, очень. Парнюшенька у нас отдыхает, да? Маленький. Устал. У нас жара опять такая. На следующей неделе обещают дождик. Не знаю, будет, не будет. Но вроде как написано, что будет. Будем надеяться. Уже с котик. Привет, мой котик. Нюшенька, привет, мой котик. Как ты поживаешь? Отдыхаешь, да, устал. Наработался, да. Чему сладкий такой? Ой, сразу сладкий слово знает. Ой, ты мой котик. Папу ждет. Сейчас скоро Паша придет. Сразу уши. Че, папа там идет, что ли? Сразу ушки на макушке, да, у Барнюшки. У Барнюшки ушки на макушке. Да, Барнюшка? Такая духота у нас, жара уже, ой, я не знаю, уже от этой жары куда деваться. Даже неохота никуда идти, выходить, честно говоря, правда, никуда не хочу. Чё там такое у тебя? Чё там вот такое? Бложки, что ли, кусают? А? Тебя бложки кусают? А, Барнюш? Он папу ждет, да? Папу ждешь? Чё? Папа там, что ли, идет? Ой, чё там такое? Барнюш, Барни, такой прислушивается. Что же там такое, скажи, да? Что там такое? Где что брякнет, стукнет, все. Телевизор, как он смотрит, если вы видели. Сидит, телевизор смотрит, как взрослый, как будто он все понимает.
Вот так сидит, сидит, голову раз кверху и смотрит телевизор, и смотрит. Скажи, сказки тут для меня показывают, да, парнюшка? Сказки. Такое чувство, что как будто все понимает, да? Понимаешь все? Как сидит такой взросленький мальчик. Что там такое? Что-то свистит. То соседи там что-то, да? Ты мой котик такой. Весит он, я вам скажу сейчас сколько. 7800. Вот мы недавно были в магазине, Паша его взвесил. Я тоже удивилась, считай, год у нас прожил, приехал где-то, у него было где-то 6500, что ли. Ну, совсем мало попало. Сегодня я буду тушить овощи, кабачки, баклажан, помидоры, морковка и паприка. Все вместе в одной кастрюле. Потом посмотрю, добавлю чесночок, лучок еще, да. Ну, это будет просто, знаете, никакая не икра, а просто такие тушеные овощи. Так как я худею, я мало что ем, да, я решила вот сейчас, пока есть овощи, сидеть на овощах, кушать овощи почаще, да. Вот, чтобы морковочку я порезала вот такими кружочками. Сейчас я буду паприку резать. Потом кабачок, наверное, кабачки или баклажан. Ну, посмотрим, да. Лучок еще и достала. Обязательно лук надо репчатый. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что получится, да. Будут тушеные такие овощи. Я не хочу, чтобы сильно там они такие тушеные были. Ну что, я порезала папричку и в сковородочку отправляю ее. Две паприки у меня есть. Ну, в принципе, можно делать, знаете, как вы захотите. Так, сейчас я баклажанчик порежу. Баклажанчик у меня один остался. Вчера я вечером делала, не вечером, на обед, короче, в обед, да, делала баклажаны такие вкусные в духовке. Вы, наверное, такие тоже делаете. Вот, очень вкусные получились, обалденно вкусные. Я советую вам сделать, попробовать. Я сильно мелко не буду, вот такими кубиками. Очень вкусно получилось. Знаете, я сегодня еще доела. Мне же надо такое кушать сегодня, некалорийное, да, для похудения это. Ну, в общем, вот так. Теперь я вот так вот буду готовить вкусняшечку такую, показывать вам. Как я буду худеть, что я кушаю. Такими квадратиками баклажанчик режу. Девочки, худейте со мной. Я уже 2 килограмма сбросила. Сегодня, по-моему, еще меньше мне показала. Ну, не буду хвастаться заранее. Лучок я тоже вот так порезала кубиками. И еще головочку одну возьму, что одной мало. Ой, режу лук, у меня слезы начинают. Он такой острый. Ужас. Надо, короче, его быстрее. Так, режу кабачки. Таким потолще немножечко, чтобы они у меня быстро не разварились. Такие кабачочки свеженькие. Так. Не падайте. Так, что мне еще кабачков, что ли, порезать или хватит? У меня тут 3 остаются. Наверное, хватит, да, немножко. Так, 3 пускай остаются. На завтра что-нибудь сделаю. Может быть, потру, как оладушки. Ну, посмотрим, да. Я сейчас помидорки порежу, которые такие уже помягшие. У меня получается полная сковорода. Смотрите, сейчас еще помидоры будут, чеснок будет. И зеленушечки потом добавлю. У меня полная сковорода. Сейчас я ставлю на огонь и буду тушить это все. Так, шипит, скворчит. Я немножечко растительным маслом полила. Сейчас порежу чесночок, но это уже потом. И зелень. Немножко петрушку, укроп. Когда это немножечко протушится все, тогда добавлю. Чесночок я порезала. Вот так он у меня тут в перемешечку с укропчиком. Вот укропчик. Вот помыла петрушечку. Сейчас тоже порежу. Тут уже все у меня скворчит, шумит.
пускай тушится. Я такой на слабый огонь. Не смотрите, у меня сковородка, это такая, знаете, старенькая, пристаренькая. Но я люблю в ней тушить, она классная. Она тут, это не запачкано, а это так, щеточкой ее хорошо почистили. Вот. Поэтому все варится, ребят. Вкусно-вкусно будет. Я думаю, я посолила уже немножечко. Ну что здесь у меня, давайте посмотрим. Ух ты, ух ты, ух ты, да? Посмотрите, какая красота. Сейчас я чесночок добавлю сюда, да? Вот. Добавлю петрушечку. Не хочет уходить. Так, и укропчик. Все это размешаю. Так, тут еще надо мне. Так, с тарелочки собрать. Ничего страшного, даже немножечко осталось. Ай, вкуснота, девчонки. Вкуснота. Все. Жидкости немножечко дала. Ну как такой сок, да? И сейчас я буду выключать. Просто перемешаю и будет просто стоять вот так. Я тушить уже это не буду. Оно уже все стушилось. Все прекрасно получилось. Я поставила молодую картошечку прямо в мундирах. Отварить и вот с этим вместе покушать. Я думаю, это будет вкусненько. Все, так вот перемешала. Так, вкуснота, правда? Девочки, надо что-то кушать. Так, 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 все. Ой, пахнет. Если бы вы знали, как это пахнет. Это же так вкусно пахнет. Обалдеть как. Все. Ох, звон какой колокольный. Все. Сейчас чуть-чуть и все. Я еще добавила. Я добавила чуть-чуть сахарку. Ну, естественно, соль. Видите, как у меня грязно. Ну, это творческий процесс идет. Готовка. И немножко, как лимонной кислоты, не кислоты, а сока лимонного. Вот. Сейчас все закрываю. И все выключаю. Я думаю, что это все. Так, все. Все, 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 все. Пускай просто стоит. Такие овощи у меня получились тушеные. Я думаю, это вкусно. С картошечкой. Но я картошку не буду есть. Может быть, ну, не знаю, одну, может быть, съем. В общем, вот такая вкуснота. Очень вкусно. Кажется, что они не разваренные получились. Вот такие вот, знаете, тверденькие. Видите, кабачочки, и паприка, и морковочка, и баклажанчики тоже, видите, как.